Опа, есть. Что-то есть, что-то есть. Что-то есть. О, пошло на меня. Так, 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 так. Не упустить снова. Это что-то небольшое. Такие подозрения есть, что снова карасик. О, уперлась. Уперся и пошел. Пошел, пошел. Ух ты, ё-моё, ни хрена себе карасик. Блин, а там, там дерево лежит. Стой, стой. Что, что за херня? Ё-моё. Вот это карасик, смотрите, не останавливается вообще. Привет, друзья! С вами Михалыч и канал Клуб Рыбаков. К нам наконец-то пришла зима, но пока что в виде снега. Хотя вот приехал я на водоем побросать спиннинг, и с этой стороны все замерзло. Снега нам подсыпало так нормально. Вот стоит машина моя. Вот почти по пороге. Еле добрался. Переметы намело. Так, что же делать? О, ребят. А вон вдалеке, там как вроде бы еще не замерзла вода. Сейчас, если я туда пробьюсь, то побросаем там спиннинга. О, там еще открытая вода. Отлично! Отлично! Михалыч больной на голову насчет рыбалки и всего остального. Сейчас попробуем пробиться туда. Может и получится. Но снега у нас выпало, конечно, нормально. Сегодня... Какое сегодня число? Сегодня вроде бы 20 декабря. Да? Да, наверное, 20 декабря. Так что, ребят, сейчас поедем, закопаемся, потом раскопаем машину и уедем. Все ради вас, дорогие мои зрители. Открытая вода. Сейчас посмотрим. Блин, ну и погода. Ёлы-палы. Сейчас минус один. Сильный ветер. Ветер передавали где-то около 10 метров в секунду. А Михалыч идет на рыбалку. А Михалычу по барабану. Михалычу все пофигу. Он идет ловить рыбку. Что с этого получится, конечно, посмотрим. Так. Ну и хорошо. Здесь еще не замерзло. О! Ну уже прихватывается возле берега. Да? А, то снег. Итак, друзья. Друзья. Так, по снастям. Рыбачим мы моим новым спиннингом Graffiti Leader Tiro Wild с тестом по приманках до 21 грамма. И катушечка шимановская 2500. Ниточка Варивас 10 ЛБ. Так, с приманок поставил вот такого я твистера. Пока что. Что было под рукой, то и поставил. Ну, первый заброс. Пошла.
боковой ветер неудобно. О, уже замерзает катушка. Небольшой мороз и ветер делает свое дело. Что-то то ли зацеп был, то ли непонятно что-то было. Так. Чуть-чуть дальше отойдем. Кольца замерзают. Блин, я думал, есть рыба. Коряга, зацеп. Вот, ё-моё. Попробуем отстрелиться. Ну, наверное, там без варианта. Это, ё-моё. Я думал, попаду под корягу, но под корягу не попал. Прямо в корягу. Перевязался. Поставил я на этот раз мансовский ультрафиолетик. Если не будет работать, перейдем на фанатик. Фанатик здесь показал себя хорошо. Но все-таки хочется поймать на свои старые приманки. Там 10 метров вправо, 10 влево. Коряжник. Именно нужно попадать между этих коряг. Попадешь, поймаешь. Там судачок всегда стоит. А не попадешь, не поймаешь. Но при таком ветре трудно попасть. Переехал я в другое место. А здесь, смотрю, вон половина водоема уже замерзла. Вон под той стороной тоже лед стоит. Ай! Блин, упал. А мы попробуем еще побросать. Экстрим рыбалки, блин. Хотя бы в воду не свалиться. Ну, первый заброс в новом месте. Давай, принеси нам судачка, и мы закрываем в этом году сезон. Опа! Блин, ушел! Ё-моё! Была поклевка и сразу сход. Была рыба. Жаль. Я уже немножко и обрадовался. Но ничего. Появляются надежды, что может еще что-то будет. Так, чтобы его еще поставить. А если мы... О. Где мой морковный фанатик? О, вот она. Вот на эту сейчас... На эту сейчас будет. Кольца постоянно обмерзает. Хоть я уже и побрызгал ВДшкой. Но надолго не хватает. Все равно обмерзает. Но это с ВДшкой лучше, чем без нее. Морковка, принеси нам рыбку. Давай, не шарься. Ух, ветер дует. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. А ну на час выключися. Дай Михалычу рыбу поймать. Потом будешь дуть. Опа, есть, есть. Подхватил. Такая поклевочка хорошая была. Есть. Отлично. Отлично, Михалыч. Так. Теперь нужно не зацепиться, потому что коряжник, вот коряжник, а он верба лежит. А он пошел, гад, до вербы. Пошел в вербу.
Ну-ну-ну-ну-ну. Не надо вербу идти. Как-то такая поклевка, как будто подбросил, такое ощущение. Что-то нормальное там сидит. Так, приманки под ногами надо убрать. Туда. А! Пошел! Пошел где-то не туда. В затопленный мостик пошел. Все. Все, блин! Пока забирал приманки, он туда в мостик зашел. Ёлки-палки. Ну, друг, выйди. Ну, все. Ушел. Вот гад, блин, второй исход. Хороший судачок был. Все, и зацепилось там. Ну, ёлки-палки, что ж такое? Ларвочку сейчас оторвем. Оторвал я ту ларву. Сейчас, о! Вот рыбка когда-то, 100 лет назад, на нее тоже неплохо ловила. Я даже не помню, чья это фирма. Но такая рыженькая, должно на нее... Должно, но не обязано. Может, что-то клюнет. Такая же она оранжевая. Сейчас побросаю, если нет, пойдем зарядим еще одну ларву. Жаль, конечно, судачка. Если бы я не отвлекся на коробочку с приманками, я бы его вытянул бы. А так, увы. Ну ничего, не расстраиваемся. Даст Бог, будет еще. Погодка как раз то, что надо. Судак любит такое. Заметели. Ветер, снег, мороз небольшой и открытая вода. Так что давай, судак, я ж тебе уже все рассказал, что ты любишь. Клюй. Каждых пару минут нужно протирать камеру от снега. Что интересно, судачки взяли очень далеко. Бросать нужно очень далеко. На дальние ямки. Где-то около 100 метров бросаю. Хорошо, спиннинг и нитка позволяет. Что-то непонятное. Чуваки, судаки, давайте, Бог любит троицу. Опа, есть. Снова поклевка. Снова что-то есть. Ну, по ощущениям, вроде бы как бы небольшое. Что-то небольшое. Но все равно хоть что-то нужно вытянуть. О, он там уже бьется. Так. Да. Что-то мелкий судачок или мелкая щучка. Вот такой судачок маленький позарился на силикошку. Не помню, какого производителя. Ну уже хоть как. Ладно, друг. Мамки твои, папки убегают. Да хоть тебя. Так, иди бабушку и дедушку зови, давай. Пошел. Миленький судачок. Решил порадовать Михалыча. Говорит, не умеешь ловить ты моих папок и мамок? Так от меня поймай. Но сейчас он позовет бабушек и дедушек. Я надеюсь. Чтобы его еще такое поставить. О, вот она. О, фиолетовый мансик. Давно я не рыбачил на него. И заодно сейчас пойду поменяю аккумуляторы. 3% осталось. Так. Идем дальше.
А сугробы какие понаметал. Так, сачок. Опа. Ну. Манс, не подводи. Что-то такое было. Тук-тук-тук. Типа как окунь догоняет и стучит. Типа тук-тук, откройте. Это я. Непонятно, что-то было. Ну, хорошо. Давай еще. Опа. Есть. Есть. Фух. У меня аж сердце ёкнуло. Наконец-то еще поклевка. На синий манс, между прочим. На мансик. Фух. А то уже бросаю тут час. Час в новом месте, наверное. Давай, брателла, не упирайся. Так, куда тут к воде подойти? Ай, ё-моё. А, ёлки-палки, карась. Опа, карасик. Фух. Ёхарный бабай. Друзья, ну покажись красиво, подними перо. Ну, у нас тут часто такое бывает. Но это какой-то маленький карась. У нас здесь хорошие караси клюют. И главное, жрут все подряд. Он аж в мулу внизу. Он его догонял. Вот такой утешительный приз Михалычу. Карасик-чебурасик. Зверюга. Ну, хоть так. Хоть карасик и то уже радует. Ладно. Иди. Я думал, мелкий судак. А сразу так упирался, как будто там нормальное что-то. Захотел мансика фиолетового пожрать. Гад. Я уже под саку приготовил. Ладно, идем дальше. Искать нормальную рыбу. Так, как здесь не свалиться в воду? Самое главное. Ё-моё! Фух, чуть не полетел. Еще покупаться не хватало Михалычу сегодня. Для полного счастья. Ладно. Не. Сидя рыбачить будет неудобно. Надо вытоптать место здесь. Да елки-палки, не могу. Не могу встать. Ну давай, рыба! Клюй! Продолжаем ловить на манс. Здесь ветер сильно задувает. На бугру, на бугорке стою, до воды он далековато, если вам видно. Так, пойдем сейчас, наверное, еще дальше. Тут как-то стрёмно рыбачить. Здесь можно запросто свалиться в воду. Шагаем дальше. Так. Ух ты, ёпарный бабай. Провалился немного в дыру. Не попал на доску. Вот доска. Еще бы здесь покупался. Была бы точно полностью экстремальная рыбалка.
здесь и сиденье есть. Ну что, присаживаемся. Присаживаемся. И начинаем дубасить судаков. Хоба! Давай, судак. Клюй. Ну, давай. Порадуйте Михалыча и наших зрителей. Михалыч, что такое? Зрителей нужно порадовать. Ну, ух ты, ё. Он услышал. Снова был тычок. Так, тук. Я там собрал ларву оранжевую, зарядил по новой. Попробуем на оранжевую ларву сейчас. Вот она, фаворит сезона 2017. Оранжевая X-ларва трехдюймовая. Ну, давай. Судочка нам принеси. Сегодня уже был судачок на ларву, но он зашел в коряй. И там гад сошел. Постоянно протираю камеру. Постоянно забрасывает ее снегом. Ребят, как вы думаете, будет еще сегодня рыба или не будет? А то меня уже берут сомнения, будет она или нет. Так, возвращаемся обратно, там, где у нас были сходы. Ну и погода сегодня. Погода огонь. Только для нервно больных. Фух. Таких, как типа Михалыча. И еще там есть рыболовы похожие. Что им пофиг. Погода, пофиг, все. Ух, тяжело по сугробах ходить. Ну что, друзья, еще немножко побросаем. И, наверное, будет на этом все. По открытой воде. А может, и не все. Опа, есть. Что-то есть, что-то есть. Что-то есть. О, пошло на меня. Так, не упустить снова. Это что-то небольшое. Такие подозрения есть, что снова карасик. О, уперлась. Уперся и пошел. Пошел. Ух ты, ё-моё, ни хрена себе карасик. Блин, а там дерево лежит. Стой. Что за херня? Ё-моё. Вот это карасик, смотрите, не останавливается вообще. Ничего себе! Он просто шел на меня. Ёлки-палки. Ну и куда? Все, ушел. Ушел, гад. Да что же это такое? Фух. Вот это был паровоз. Вы видели, друзья? Блин, сошел. Это какой-то там был крокодил. Просто крокодил. А сошел, срезало просто головку, наверное, да? Не срезала, но сейчас вот уже зацепил. Блин, я думал, срезала, зашло в вербу. И снова на что там? На оранжевую ларву. Все, друзья, больше ларву оранжевую не ставлю. Ну, я в бане. Я их хоть и тут зарядил еще. На нее клюет рыба какая-то неподъемная. Михалыч не может с ней совладать. Вот я сейчас кайтеча оранжево-синего поставлю. А ну давай, кайтеч, поймай мне судака. Еще немножко и все. И я, ну его в баню. Сегодня, наверное, не мой день. Не могу я поймать нормальную рыбу. Что оно за ё-моё? Главное, что клюет. Дает рыба Михалычу шансы. Но Михалыч никак воспользоваться
ими не может. Я уже думал, передумал, ну что же не так, ну почему я не могу поймать рыбу? Самое главное, друзья, совет, это мой друг говорит, и я проверю. Главное перед рыбалкой, ничего не делайте с женой. Я имею в виду в интимном плане. Потому что это самая плохая примета. Рыба хрен будет ловиться. И вот я тоже думаю, так, с женой вроде бы ничего не делал. Вроде бы все нормально. Чего оно так? Чего я не могу вытянуть хорошую рыбу, а? Только что вообще такой паровоз пошел. Что я аж немножко и офигел. Аж адреналинчика получил, аж выделился так хорошо, в кров пошел. Ну ничего, еще немножко побросаем. Да, и снова еще немножко. А так еще немножко. Еще с полчасика побросай и хорош. А то что-то нет у меня уже настроения. Такой сход. Ну что, лежит вон дерево. И он пошел через то дерево. И сошел. Здесь трудно хорошую рыбу взять. Но я брал трешки, четверки брал судаки. Бегал поверху там. И вываживал. Блин. Зацеп. Зацепился и оторвал. Ну, я думаю, это знак свыше, что все. Михалыч, собирайся, сегодня не твой день. Вот такая, друзья, экстремальная получилась сегодня у меня рыбалка. Экстремальная, непростая. Наверное, сегодня не мой день. Увы, не всегда Михалычу ловить рыбку. Так что вот так. И мне кажется, что это, наверное, по открытой воде уже последняя рыбалка. А может, все-таки и нет. Посмотрим. Ну, сегодня уже морозно, завтра морозы. Я думаю, у нас тоже наступит зима. Красивая снежная зима. Напоминаю, сегодня 20 декабря. Друзья, поздравляем с наступающим, всех с наступающим Новым годом, с наступающими новогодними праздниками, с Рождеством. Так что выезжайте на рыбалочки, празднуйте, рыбачьте, смотрите Михалыча, подписываемся на мой канал, кто еще не подписан, и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. И вы первыми могли посмотреть фильмы от Михалыча. Так что вот так. Ну, если что не так, извиняйте. Рыбка поймана. Увы, конечно, та, что сошла, то, конечно, была мама Мия. Ну что, всем всего хорошего. Пока-пока. С вами был Михалыч.